Вековой юбилей сегодня отмечает жительница Бреста Людмила Колтанюк. Свой суд и день рождения она празднует в кругу близких и друзей. У именинницы трое внуков, пятеро правнуков и два праправнука. Секрет долголетия, говорит юбиляр, в здоровье, движении и общении. Среди подарков и новый паспорт. Долголетие продлилось, это что у меня дача была. И я работала на даче до 90 лет. Садила и все, любовалась, и все было у меня. Всего в Брестской области 58 человек, которые перешагнули вековой рубеж. Большинство долгожителей – женщины. Самая старшая из них проживает в Пружанах, ей 108 лет.